В поселке Чернянка 18-й раз прошел легкоатлетический кросс «Золотая осень». В этом году он собрал более 500 участников из Белгородской, Воронежской и Курской областей. Возраст их не ограничен. О том, какую победу любители бега считают самой главной, расскажем в следующем сюжете. Вячеславу Федоровичу Иявлеву в декабре исполнится 80 лет. Он мастер спорта среди ветеранов в беге на марафонские дистанции. Неоднократный призер в забегах на 5 и 10 километров. Но самой главной победой Вячеслав Федорович давно считает победу над самим собой. И его любимые стихи как раз об этом. Когда на линии огня, сам пред собою как броня, и вихри яростных атак, сам пред собой как дерзкий враг, суметь себя преодолеть, и жизнь свою, и даже смерть, а дальше с кем угодно бой, уже полегче он второй. Удалось одержать свою победу и Николаю Гукову. Бег для него теперь стиль жизни. Именно он, учитель физкультуры, 17 лет назад стал инициатором проведения легкоатлетического кросса в селе Русская Халань. В 2000 году в соревнованиях приняли участие всего 40 человек. Теперь же традиционный кросс «Золотая осень» проходит на лыжероллерной трассе поселка Чернянка, и участие в нем принимают более 1500 человек. Я благодарен всем, что люди приехали сюда. Всем, что приняли участие в этих стартах, я доволен. Кто дружен со спортом, тот и в жизни себя находит. На старт традиционно первыми выходят самые маленькие участники кросса. Малыши до 6 лет. Так как каждый в подарок получит шоколадку, забег называется сладким. Двухлетняя Саша дистанцию проходит вместе с мамой. Она сама бывшая ученица Николая Гукова. Из 18 кроссов не пропустила ни одного. Нам 2,5, мы пытаемся бегать. Стараемся участвовать в соревнованиях. Это образ жизни для меня уже. Я занимаюсь лыжным спортом, а легкая атлетика – это как один из видов тренировок. В зависимости от возраста участники кросса преодолели дистанцию от 500 метров до 10 километров. Победители каждого из забегов получили медали и памятные призы. Я чемпион, это очень приятно. Сегодня я пришла первая. И буду дальше заниматься спортом. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Новости Мира Белогорья.